Куреш – это не просто борьба, это национальное достояние. Куреш воспитывает характер, силу духа, физическое совершенство. Веками в Крыму проводились ежегодные состязания по борьбе Куреш, и имена сильнейших борцов становились легендарными. В каждом уголке полуострова были свои прославленные борцы. Они вызывали восхищение и ставились в пример подросткам. Безупречное искусство национальной борьбы в Крыму возрождается при поддержке главы республики Сергея Аксенова по инициативе депутата Государственной Думы Руслана Бальбека. Сквозь призму тысячелетней истории национальная борьба Куреш стала неотъемлемой частью традиционной культуры крымских татар. Ее популярность и востребованность среди народа – очевидный признак любви и преданности нашим общим спортивным традициям. Именно поэтому захватывающие поединки отличаются своей привлекательностью и превосходным борцовским духом. Куреш формировался в качестве составной части народных празднеств. Однако в наши дни борьба на поясах вошла в совершенно новый этап развития. Это один из самых перспективных видов единоборств. В мировую сеть неолимпийских видов спорта официально включена борьба на поясах, также действует Международная федерация. При этом проводятся чемпионаты Европы, мира и национальные первенства. Так, в частности, в 2017 году впервые после долгого перерыва прошел всекрымский открытый чемпионат по национальной борьбе Куреш, который определил сильнейшего борца полуострова. На ринг вышли борцы-профессионалы, призеры чемпионатов мира, Европы и начинающие спортсмены со всего полуострова. Финальным схваткам предшествовали отборочные туры во всех городах и районах нашего региона, откуда в столицу делегировали около 150 участников. На чемпионате определили сильнейшего борца в четырех весовых категориях. Второй всекрымский открытый чемпионат, который пройдет в Симферополе 12 ноября, назван именем Рустема Казакова, олимпийского чемпиона Мюнхена 1972 года. Он единственный крымский татарин, который смог подняться на высшую ступень Олимпиады. В свое время Рустем Казаков оставил большой ковер, но не ушел из спорта. Как легенда греко-римской борьбы, он стал работать с тренером ЦСКА, а затем и сборной СССР. А в 1992 году тренировал сборную Турции. С 1993 по 2006 год являлся тренером сборной команды России. Рустем Казаков более чем достойно проявил себя на этой весьма непростой должности. Он сумел воспитать многих мастеров спорта, стойко проявивших себя на республиканском, всесоюзном и международном уровне. За успехи в подготовке борцов высокого класса Рустему Казакову в 1973 году было присвоено звание заслуженного тренера СССР. Популяризируя Куреш как вид спорта, Крым может стать кузницей сильнейших борцов для нашей страны. Возрождая крымские традиции довоенного периода, организаторы в лице республиканского спортивного клуба «Мангуб» формируют новые. Чемпионат стал ежегодным. Принять участие в соревнованиях могут все желающие, но с одним условием. У спортсмена должна быть крымская прописка, полученная до 1 октября 2017 года. Победителей ждут 4 автомобиля, а также денежные призы. Общий призовой фонд составил около 3 миллионов рублей. Автомобили будут получать победители в каждой весовой категории, а призеры станут обладателями весомых денежных наград. Всекрымский чемпионат становится важным стимулом для борцов реализовывать свои таланты именно в спорте. Поддержка спортивных традиций крымских татар – это еще одна точка роста в деле возрождения нашего народа на своей родине. Ведь Куреш становится главным спортивным событием республики.